Зайден в этот раз выпадет. Песочные часы, лабиринт XL, range up, всегда двойные бомбы. Один скорострельный, 4.32 урона. Не такой же плохой урон, скорострельность, как у Самсона начальная, то есть, ну, более-менее пофигу. Скорость мало, 0.87 скорости, да, маловато будет. Так, ну, в принципе, начало так-то более-менее. Единственное, меня что смущает, песочные часы. Не люблю песочные часы. Один из самых бесполезных артефактов, по крайней мере, для меня. Блин, даже Forget Me Now будет лучше. Кстати говоря, Forget Me Now на первом XL это идеальный вариант, потому что когда ты используешь таблетку Forget Me Now на первом XL, ты просыпаешься на самом первом этаже, и у тебя как будто не было XL. То есть ты прошел на халяву два этажа, и просыпаешься, и снова проходишь на халяву первые этажи. Это шикарнейшая вещь, на, когда у тебя попадается именно XL. То есть ты пилюли Forget Me Now, желательно использовать, конечно же, на XL этажах. Это самое полезное ее применение. My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу, хватит спамить. Фак. По-моему, я от паука получил урон, поэтому урон не по целому сердцу был хотя бы. Пам-парарам. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Дряд делириума, да. Этот Дейден похож на бабушку из Игры престолов, которая... Там что-то с драконами. Дайнерис ее зовут, по-моему. Я не помню, как ее зовут. Точнее, как не помню. Я не знаю, как ее зовут, потому что я не смотрю Игру престолов. Вот, но в принципе, да, я согласен. Есть что-то такое. Схожее. Которое что-то там с драконами. Мне вот это нравится. The Mother of All Dragons, ты прям вот, прям, да, прям унизил ее сейчас, я не знаю. Тебя сожрут за это, я уверен. Когда-нибудь, Дример, обязательно. Так, давай пойдем теперь наверх направо. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-пуки. Блин. А, я их только с четырех ударов убиваю, что ли? По-моему, да. Да, я их только с четырех ударов убиваю. Пипец, мне надо больше дамаги. Где мои 80 дамаги? На большом каретном, блин. Ага. Здрасте. Так. Чё у нас тут? Я не уверен, что мне сейчас эта ракетная херня понадобится, поэтому пофигу. Стартед дек, да. Стартед дек, конечно, хотелось бы. Но для того, чтобы получить стартед дек, надо 15 монет. У меня их 2. Еще по-хорошему бы бомб. То есть я могу серое сердце пока что потратить. А как я потом обратно заберу? А, ну если только разбив. Так, стопэ. У меня есть еще батарейки. Так. Значит, тратим хп. Разбиваем эту хрень, чтобы я потом мог забрать батарейку. Батарейка. Теперь ищем секретную комнату, которая наверняка будет где-то внизу, мне кажется. Тут. Ну да, где-то вот примерно тут. Окей. Опа! Да ты посмотри только, ровно столько денег, сколько мне надо, еще плюс 5. Прикольно. Окей, вернемся обратно взад. Здравствуй, Арчел. Арчел. Арчар. Как в лошадилюге. Арч, походу, завтра, собственно, с утреца будет XCOM доступен. Поэтому мы в XCOM пойдем сразу, завтра. Вот. Это хорошие новости, поэтому дела тоже хорошо. Возможно, с помощью этой хреновины я даже босса умудрюсь завалить намного легче, чем это могло бы быть. Блин, мне бы еще поменьше элиток было в комнате, а не 3 из 4. Блин, 75% мобов в элитке. Это же пипец, я так полагаю. Причем, ах ты падла, же пипец весьма конкретно. Я бы сейчас плюс-минус умиранта из себя изображал бы, если бы не взял серое сердечко. Такс. Вау, все сказал. Окей, погнали. Widow. Так, вдовом.
У тебя мало хп, я это прекрасно знаю. Только главное, пауков много не спамь. Все остальное херня. Замечательно. Пинг. Так, плюс урон. Окей, зачтется. Это жепин. Ах ты, падла же. Нахер шел. Ауч. Ты, блин, не еще на червяке сдохни. У меня не было никакой сделки, потому что в самый нахрен последний урон я получил самый нахрен последний момент. Наоборот, в самый нахрен последний момент я получил самый нахрен последний урон. Вот. Так правильно. К сожалению, поэтому я лох, и босса у меня не будет. Сделки у меня не будет. Босса у меня уже прошли. Так, ну да ладно. Это все мусор. Окей, погнали брать себе обратно Forget Me Now. Чуть не назвал это план 7. Не накликать, главное. И, собственно, немножко закинемся и все. Парабеллум. Неплохо, Дример. Неплохо. Я, по-моему, в вчерашнем делике по-прежнему в первой сотке. Меня это очень сильно радует. Я в этом, ребят, заметил один бесящий минус. Там такое ощущение, что спаун секреток другой, так как в Afterbirth я постоянно секретки находил, а в Rebirth такой последняя бомба, я уверен, секретка здесь, игра такая, нет, нашел еще бомбу, ладно, секретка здесь, игра еще лучше. Не, на самом деле нет, Свегман. И в Rebirth, и в Afterbirth спаун секреток абсолютно одинаковый. Абсолютно одинаковый, мне поверь. Никакой разницы между респауном секреток в Rebirth и Antibirth вообще не было. И ничего по поводу секреток в Rebirth и Antibirth вообще не делали. Chariot High Priestess. High Priestess на босса поможет, в принципе, почему бы нет, топнуть в босса. Блин, ну была бы у меня сделка, было бы намного лучше, конечно. Я бы уже одну сделку вытащил, и потом вытащил бы еще одну. Блин, это было бы здорово. Такс. Блин. Не люблю вслепую тыкаться так. Ты же помнишь, Свек, ты ищи секретки не потому, что тебе кажется так вот. Типа она здесь и все. А как обычно, проверяй все три комнаты рядом с секретками. Ну или две комнаты на случай, да? Как это сделал, например, я. Mask of Infamy, да, я бы взял. Спасибо. Mask of Infamy, это реально полезная шняга. Я хочу все четыре статуи разбить. Для этого мне надо сначала выйти, к сожалению. Потом зайти так по центру такой. Ах, алай. Так, с 5 монет ска... Ага, липучие монеты. Одну бомбу на 5 монет. Ок, не вопрос. Пускай одна бомба на 5 монет будет. Так, вот моя секре-сокровищница. Секре-сокровищница. И что ты мне дашь? Ах. Вот мне так и бомбу, блин, не хватало себе. И так денег нет ни хера. Мне сокровищница еще бомбу предлагает. Так, плюс скорость, окей. Компенсирует скорости. Скорость теперь один. Хотя бы уже приятно. Так, что у меня будет в магазике? Хэббит. Не, смысла нет. Помимо Хэббит в магазике нет ни хрена интересного, поэтому... Не, пойдем дальше. Так, кого сейчас я давить буду? Это же Пин. Что, унизить Пина еще разок? Раз эта шняга мне урон в прошлый раз нанесла. Или просто так убить? Не, просто так убьем. Ну, потому что это жипин, жипина... Ах ты, падла! Вот этого я точно не ожидал. Жопа. Ужас, получать урон от пин... Это позор! Это просто мрак. Ты так и делаешь? Ну, тогда сорян, Свегман. Ну, тогда фиг его знает. Так, два ключа, да, два ключа могу потратить. И я, кстати, снова не вижу, куда я иду. Блин, великолепные этажи получаются. Ну, хотя бы много серых сердец. Окей.
В принципе, подожди, я могу этот сундук открыть вот так вот. И получить за это всего лишь половину... и половину красных сердечек. Две половинки красных сердец. Ну охренеть теперь. Чё-то маловато. И тем более сюда я не могу пройти вообще никак. Мне уже нужен полет. Хотя, учитывая, что это всего лишь второй этаж, ладно, обойдусь пока. Надо напоминать себе, что это уже не четвертый, ну, по сути, это четвертый этаж, который я прохожу, а по факту этаж всего второй. Москва Финфа меня сейчас спасла, спасибо ей за это. Так, толстяки, нахер. Пошли. Хочется намного больше бомбов. О, стигмата, окей. Чуть-чуть увеличение урончика, зато хпшка. Так, ахалай. С этими ребятами я запарюсь, я уверен в этом. Поэтому проще было сделать так. Фиштейл, нёпи. Мне скорость нужна скорее. Фу. Шипы. Худшие враги в Айзике. Это просто шипы. Эх. Ненавижу шипы. Так, еще один глюч. А бомбу можно? Игра, пс. Игра, бомба нужна. Да не камикадзе, блин. А просто бомба. Просто бомба. И я все сказал. Так, магазина. О, отличный магазин. Да еще и с бланкарты, лол. Мне не хватает пока что. На данный момент одной монеты не хватало. Теперь мне не хватает их две. Охренительно. Конечно, бланкарту себе хочу забрать. О, дабл бомба, слава яйцам. И пять монет еще до кучи. И жестис еще до кучи. Зашибись. И еще двойные бомбы, потому что мне с самого начала можно иметь только исключительно двойные бомбы, поэтому все зашибись. Вот. Окей. На. Значит, так. Секретка тут. My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Еще двойные бомбы. Это Two of Hearts, это Judgment. Такс. Judgment. Сейчас так, Аллах бабах, наши все рот откроют. Да. Такс, надо еще пройти. Здорово, подам. Дизлайк, отписка. Я смотрю, ты тоже друже смотришь, да? Ларкейд. Мне надо как-нибудь запомнить твой ник, он сложный для меня очень. Так, батарейка за 3, иди сюда. Да, ты 78-й. Вообще в клетках как неправильно сделали. Дельдик должен быть показателем скилла. Было бы открыто у всех оружие, а то как-то нечестно, у кого-то нет оружия, и он не может пройти делик. Там все... Ну да, Дример, я согласен. Но опять же, если у тебя нет какого-то оружия, это исключительно твоя вина, потому что оружие добывать достаточно, ну, легко в смысле, выбивать его, да, постепенно. Поэтому, если у тебя какого-то оружия нет, это ты слабый слабак, у которого нет времени выбить себе нормальную пуху. Свегман ни при чем. Жалко, что Супер Энви, блин, единственное, что дает обычно, это тролла Ломбу после своей смерти, и все. За этого жопу ничего не получить, вообще никакой награды. Это так обидно. Интересно, я, видимо, в свое время слишком много играл в Арканоид, поэтому мне уклонение вот от этого Супер Энви с его множеством голов не кажется чем-то таким особенным. Хотя я понимаю, что это гребаный Буллет Хелл уже получается.
Но арканоиды делают свое, я слишком их любил. И так как они не рандомные, а они, смотри, шуб-да-вуб дропнул. Так как здесь не рандомно нифига все делается, вот, а исключительно по диагоналям и по отталкиваниям, поэтому очень легко уклоняться от суперангла. Бла! Но нет. Бла-бла-бла. На-на-на. Мне кажется, что у меня была где-то еще одна... Ага, батарейка. Так, кстати, что такое Хермит? Хермит пригодится. Хермит Джашмит. Окей. Так, тут сердечки. Возможно, и сердечки пригодятся, потому что там попрошайка у меня есть один демонический. Я хотел бы, честно говоря, еще одного демонического попрошайку заспаунить. Окей. Хорошо, Свегун. Неплохо так. Наличие пушек — это тоже наличие скилла. Шагерон слышать про постепенное выбивание человека, который лук бесконечности одним из последних айтемов выбил. Это такое. Между прочим, подсолнух, я, чтобы выбить этот лук, убил 1500 лучников. Поэтому здесь нифига не моя вина. Ну и тем более, что я не пользуюсь луками, поэтому я мог себе позволить не выбивать его, скажем так. Как они удобно заспаунились, пипец. Так, еще один хермит. И еще один хермит. Мало того, что они заспаунились удобно, они мне еще оба хермит подарили. Ок. Просто мне этот лук выпадал один из первых айтемов. У меня тоже подсунул в прошлом сейве. А еще в прошлом сейве я крайне быстро получил этот... кровоточащий щит щитовиков. Я получил тоже одним из самых первых щитов. В этом же сейве он у меня вообще не падает. А кто-то там с теневой что-то не может выбить, а с теневого выбивать намного сложнее и так далее и тому подобное. Опять же, дело в везении. Не более, не менее. Жажмент еще. О, черед карта. Так, жажмент еще один. Ха-ха, кровавый. Давай черед. Блин, как же они много у меня хп жрут, пипец. И при этом ничего не дают, то в клапс. Ребят, ну мне бы уже получить чего-нибудь от вас, я бы хотел. Вот от этих двоих, да. Вот. Автотрелька, куча пилюлек. А, куча карты, я извиняюсь. Хермит, залавис как раз, блин, то, что надо. Еще карта Strength тоже пригодится. Так. Опс. Из-за того, что вокруг него попрошайки, очень сложно ему по два сердечка давать. Что-то мне за карты. Еще один залавис. Окей. Секунду, ребят. Нос постепенно забивается. Здорово, земля. Так, давай еще разок так. Чё ты мне дропнешь из артефактов? Жопа такая, дай мне артефакт уже. Вирус, пригодится. А потом мы делаем так. Ахалай. Так, отхил. Так, хорошо. На чем? The World. Пригодится. И повешенный, наверное, тоже пригодится, потому что у меня пока полета нет. Я думаю, я даже с собой не скорость возьму, а половинку магнита, чтобы деньги к себе притягивать, когда мне это реально надо будет. Там, когда у меня за пропасть они будут, и не будет полета и так далее. Это полезненько. Так, окей. Пошуршали немного жажментами, бывает. Погнали дальше. Так, суперсекретка не тут. Окей. Она может быть еще здесь внизу, в теории, так-то. Да, она здесь внизу. Окей, здесь сердечки. Ангельская рума. Очень неплохо, спасибо за хп. Это Жахант.
хантлингами. Эх. Хантлинг. Ах ты па. Вот меня бесит, когда меня зажимают хантлинги. Я вынужден уклоняться, но тут сверху появляется хант. И вообще беспалево меня бьет. Своим бесплотным телом. Это вообще нечестно. Хотя тут Айзек и честность — это такое себе дело. Два разных слова. Ай. Окей. Сделка. Неплохо. Гормоны получил. Хе-хе-хе. Нет, Void я не хочу на самом деле брать. Я хочу взять Contract from Below. Отлично. Погнали теперь дальше. Стрэндж. Не Стрэндж, а Сила, короче. Карта Сила. Да, она работает на Сатане, она тебе прибавляет одну хпшку, но... То есть, как тебе сказать, у тебя одно хп вычитается по выходу из комнаты. Ты можешь эту карту использовать, только если тебе там не хватает одного красного сердечка, и ты его использовал, чтобы получить, и тогда у тебя там серые и черные сердца не отнимутся. Вот, что-то вроде этого. The World. Так, давай мы выберем... Вот, Дейнерис. Void Runa. Отлично. Magician. Джока! Погоди, Джоку я себе оставлю. Так, стоп. Джокер, Wheel of Fortune. Вот, вот с Wheel of Fortune я хочу повеселиться. Потому что у меня есть бланк карты, естественно. Так, спасибо за 4 бомбы. Надо выбрать комнату для веселья. Вот здесь, например, да. Окей, ну. Так, бибип, бибип. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Так, Джокера я без бланкарты использую. Это суккуб, это шикарно. Это просто великолепно. Так, повешенный. Да, повешенного на всякий случай возьму. Окей. Ну, давай, суккуб, жги. Да, кстати, повешенный мне плюс-минус сейчас пригодится. Чтобы не тратить многобомбье, я бы потратил повешенного. Вот. Насколько другое дело. Ай-яй-яй, с полетом. Так, что за карта? Strength, еще одна, неплохо. И многобомб... Вот, бомб теперь выпадает реально много, это радует. Демонический, демонический, демонический. Я тебя просто взорву пока. Окей. Ха. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Меня очень удачно переместила курса Мазовая. Спасибо ей за это. Не часто я говорю спасибо курсе Мазовой. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Так, веселиться я решил тут, да? Понятно. Так, теперь можно уже сходить в комнату испытаний, потому что это зарядит как минимум на 3 мою чудесную бланк-карту. Потому что теперь каждая волна в комнате испытаний считается одной зарядкой. Что весьма прикольно. Так, зарядил на 3, шикарно. ПМ еще зарядим. Так, Курсам Азова мне говорит, что мне надо вниз. Ок. Да, пойдем вниз. Суккуб пока за меня немного урона такой наносит. Ну ладно, немного, он двух убил. Такс. Еще пробел. Wheel of Fortune. Тут хпшка. Тут интересная карта, я бы сказал. Окей. Разобьем. Так, пацаны, жрите бомбу. Отлично. Так, у нас тут батарейка. Суицид Кинг. Ну, так-то да, так с ним можно повеселиться. Суицид Кингом. Сложно, для этого нужна дохлая кошка, лучше две. Но повеселиться с Суицид Кингом, конечно же, можно. Плюс там еще одна батарейка есть. Так. Ну, давай последнюю руму я пока вот эту вот зачищу. Ау, это было неудобно. Мне по-прежнему не дропаются черные сердечки, это вообще фыр. Они вроде как под воздействием вируса умирают, а серые сердца... Опа, еще одна такая комната с двумя монетами на удачу. Это зашибись.
Это просто охренительно. И еще три батарейки. Охереть. Еще батарейка, которая позволяет... я тупанул, надо эту батарею взять после того, как я начал расставаться самой. Так, туда идти далеко, поэтому мы сделаем сейчас здесь. Залавис... Нет, залавис не хочу. Так, спинг. Пынь. Упс. Пынь, пынь. Ахалай, махалай. Такс. Хорошо, много денег. Ну, давай ящик Пандоры. Ахалай. Скорострельность, в принципе, ок. Вполне себе. Я куплю на всякий-всякий себе серое сердечко, а потом такой БООМ рестарт. Рироль. BFFH. Big fucking friends. Конечно, надо. My god, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Конечно, big fucking friends это рулет. Еще разок бух. Интересная карта. Окей, я за тобой вернусь. Так, теперь мне вместо залавис пока надо Black Rune себе взять. Так. Теперь здесь вот ахалай. Так, серое сердечко. Окей. Еще многобомбье. Блин, курсан, ну перестань, ну ахаха, что ты делаешь, прекрати. Так, что у нас тут? Temperance карта. Пам-пам-пам. Justice карта. Можно просто так использовать. И Devil. На босса пойдет на увеличение урона. Так, подожди, Temperance карта это любопытно. Temperance карта это очень любопытно, учитывая количество разбросанного хп. Так. Не очень удачно я ее поставил, честно признаюсь. Я нажал вместо... Блин. Я нажал Q-ху-ху. Больно. Сам лох, да, признаю. Сам лох. Окей. Ну, здесь я больше ничего не забыл. Я вместо пробела Q нажал случайно, вот поэтому лох. Сила или Devil? Devil. Сюда еще ахалай-махалай. Пяти монет нет. Окей. Так, теперь погнали дальше, теперь погнали дальше. Давай посмотрим, что это за карта. Ace of Clubs. Не, не хочу. Спасибо за биться, Квазар. Что? Я не виноват, между прочим. А, тут батарейка. Ace of Clubs скрывал батарейку. Какая скрутная батарейка. Еще одна Ace of Clubs, твою налево. Не прокнула. Бывает. Сэкхэт, хочу. Но мне денег не будет на сэкхэт. Шанс того, что я заполучу вот с этих этажей денег на сэкхэт, он просто катастрофически маленький. Хотя... Но если такой дроп будет... О, косы! Косы! Yes. Это радует. Я попутно себе даже билд неплохой собираю, на самом деле. Парадоксально, но это факт. Так, курса, перестань, позязи. Так. Как паук попал в меня? Жопник. Да твою мать, курса, ну перестань. Ну ты чё, как не мужик? Так, суперсекретный. Не тут суперсекретный, тут. Окей. И у меня 8 монет. Надо, блин, мне очень сильно хочется получить себе сэхэд, естественно. Сэхэд рулет, причем весьма конкретный. Так, с многоуронье, по многобоссу, многонанах. Многонанах это многополезный нанах. Отлично. Сделка у нас уже была. На сделке был суккуб, поэтому... Я извиняюсь. Логично, да. Поэтому она меня не интересует. Я так понимаю, что я никак больше здесь не могу достать денег. И это меня писялит, что пипец. У меня есть Залавис, у меня есть Magician и Devil. Есть Ace of Clubs сплошные.
И мне очень надо 15 монет, а у меня их, блин, нет. Обидно. Ну ладно. Взорви донат машины, будет тебе монета. Это не донат машины, это рерол машина. Окей, значит, что у нас будет? Странная херня. Ок. Так, шлеп. Ать. Оп. Ну, собственно, ну, сейчас можно взорвать, кстати говоря. И нет, не будет мне монет. Такс. И куда мои карты делись? Мои карты делись направо, и мои карты снова делись налево. Такс. Нет, хочу... Хотя да, пускай залавис будет. Полезная иногда карта. Все, теперь можно двигать, в принципе, на выход. Пуроньк. Не так уж и плохо, этажик все равно вышел весьма хорошим. Хороший. Почему не можешь достать денег, а Суицид Кинг? Суицид Кинг, кстати говоря, и ты забыл, он не дает тебе много денег. Он дает тебе артефакт и сундук, но не дает много денег. Точнее как, не факт, что ты получишь много денег. Вообще причем не факт. Паучий спаунер, блин. Такс. Окей. Всего по чуть-чуть я собрал, заодно моментально зарядил свой бланкарт. Нахрена? Не знаю, но тем не менее я ее зарядил. Такс. Ахалай. Хорошая вещь. Вот его я, пожалуй, с собой возьму. Чтобы у меня косы летели, как пушечные, мать его, выстрелы. Так, еще бомбы. Оп. Еще бомбы, ок. Всегда двойные бомбы, если дроп бомб, всегда две. Забавно. О, два мешочка. Три батарейки, охренительно. High Priestess, посмотрим. Три батарейки, это уже весьма неплохо, надо признать. Там у меня осталось монетка, две бомбы, ну ладно. Если что, монетка, я ее смогу забрать. Не по... О, Justice, nice. А, это бомбы, ключи, монеты и хпшки. Здесь у меня Д бесконечность. Рерол forever. Но на самом деле нет. О! Еще один рерол своего билда. Господи, сколько можно, игра, перестань. Не хочу я ролить свой билд. Меня мой билд вполне себе устраивает. Так, ать, оп, шляп. Еще одна батарейка. Окей. Я пока еще не уверен, что мне надо именно Justice променять на мою бланкарту, поэтому я еще побегаю, посмотрю, что мне за карты упадут. Так, окей. А вот и магазина. Магазин. Не страшно. Магазина. Иди сюда. Опять этот удачливый магазин. Три магазина подряд, магазин с удачкой. Охренеть можно. Ну давай, допустим, я возьму паучка. Пока там даже карт нет никаких в магазине. Я по-прежнему не знаю, на что мне использовать мою бланкарту, честно говоря. Еще одна батарейка, прикольно. Так. Давай сначала сюда. Интересный намек, попрошайка. Интересный намек. Еще один намек. Видимо, это уже не намек. Мне реально придется его взорвать. Потому что он жопа. Нет, смотри, плюс хп дал. Так, плюс хп, говоришь, да? Окей. Так, давай сначала я дальше прочекаю. Что у нас там дальше будет? Дальше будет босс, окей. Вот, все. Я узнал, что будет. Где будет босс? Что будет за босс? Не знаю. И за залавис мне не придется идти на другой конец карты. Я их получил прямо сейчас. Это замечательно, потому что шлеп. Ну, давай посмотрим, что мне здесь будет. Так, еще батарейка. Залавец. 10 монет, отлично. И еще 5 монет, шикарно. Баблище, баблище. Шагу ролит? Нет. Там ближайший ролл, это ролл моего билда. Нахрена мне это надо, скажи мне.
Так. Вот, вот это я уже хотел увидеть. Окей, такс. Значит так, сейчас будет много монет. Но для этого надо подготовить комнату, в которой у меня будет много хп. Эта комната предположительно будет конкретно вот это. Да, я думаю, да. Такс, батарейка за 5. Такс. Так, батарейки у меня еще вот в этой нижней комнате. Так, ребят, вы мне мешаете. Спасибо. А что такое? Wheel of... Хм, с этим тоже можно пошуршать. Окей, давай не полностью тогда. Пошуршим скорее с Wheel of Fortune потом. Так, ать, оп. Далее мы берем аппарат по сдаче крови. И шуршим, шуршим. Шуршим, 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 шуршим. Шуршим, 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 шуршим. Хухры-мухры. Такс. Другое нахрен дело. 3 удачки еще схватил. У меня уже 12 удач. В принципе, неплохо. 67 монет. В принципе, ни хреново. Окей, пошуршали. Дальше я делаю так. Оп. И у меня плюс скорострельность и дальность полета. Найс. Надо было только на бланкарту, наверное, эту фиговину использовать. Об этом я и уже не подумал. Косяк мой. Так, дальше пробел сюда, пробел сюда. Еще одна залавис пригодится. Так, батарейка. Пробел сюда. Аллах бабах. Ни хреново так денег упало. Окей. И to the moon, в секретную комнату. Погнали. Угу, секретка наверху, и я ее видел. И... Такс. Так, 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 так. Джеру бы тебе. Да не помешало бы, Джера, я согласен. Дриаду имбу обещала го ролить выше вон глянь. Надо шаг. Нет. Нет, 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 нет. Меня вполне себе устраивает мой билд. Он достаточно хорош. И 92 монеты, которые я получил с помощью этого билда, тоже меня, в принципе, устраивает. Да. Так. Еще одна. Окей, ну. Бомбочек, в принципе, тоже уже прилично. Ай. Много хп, но много хп, но красная, поэтому мне она такая, и не надо. Шаг пошел против собственного бота. Я никогда не говорил, что я за нее, заметьте. Я никогда не иду против кого-то, я иду просто так, как мне нравится. Так, серое сердечко пригодится. Ну, какая же это неприятная комната, если только не иметь такой замечательный билд, как у меня. Ахалай. Так, и 95 монет, а здесь The Stars. Телепорт, сокровищницу. Мне в сокровищницу ничего не надо, по сути. Я, кстати говоря, действительно тупанул. Мне надо было блокруну на сокровищницу использовать, так-то. Да. То бишь, мне надо было ее использовать с помощью пробела, а не с помощью кьюшки. Вот это мой косяк. Абсолютно. У меня Хермит здесь случайно... А, у меня Джастис остался. Джастис, Wheel of Fortune. Да, пускай останется Джастис и Wheel of Fortune, чего ж там. О! Без проникающих выстрелов это абсолютно отвратительный босс. А с проникающими не ничего так. Еще плюс одна удачка. Найс. Погнали дальше. Дриада, 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 шаг, дриада обиделась. Бывает. Я не вижу своего хп, теперь это хреновато. Это большой кусок хреновато. А, ну вот, хотя бы серые сердечки подогнали, окей, неплохо. Да, не-не-не-не-не-не-не.
Так, еще минус. И мелочь минус. Так, первая батарейка. Неплохо. Буру-буру-буру-буру-буру. И гриз. Значит, магазин у нас будет магазины. Окей, на. Это шикарные новости. Так, магазин магазином остается. Здесь у нас первая батарейка. Давай, чё, давай Wheel of Fortune. Это чисто для того, чтобы я не просто комнаты проходил, чтобы у меня еще и бланк-карта попутно заряжалась в любом случае. Она в любом случае будет попутно заряжаться. Это полезно. Еще две батарейки. Окей. Пока пускай бланк-карта заряжается сама по себе. Потом с еще двумя батарейками поговорим. Блин, чё бы... Фу. С чабами общаться здесь вообще не очень. Так, два ключа. Окей. И сокровищница. А, нет, спасибо. Фруктовый пирог я явно не хочу себе брать. Спасибо, не надо. Так. Мне нужна еще одна комнатка на зачистку. Вот она. Шикарно. И, собственно, снизу, грубо говоря, я все прошел, поэтому еще один парабеллум и Аллах Бабах. Что за карта? The Fool! Ок. И здесь тоже тупиковая. Окей. Так, пока у меня на этаже осталось три батарейки, да, если я прав? Если я еще хоть что-нибудь помню, то у меня осталось три батарейки. Что, в принципе, неплохо. Так, что за карта? The Stars. Уже не нужна, потому что сокровищницу я уже нашел. Спасибо. Ау. Оп, Стивен, привет. Спасибо за небольшой урончик. Он мне пригодится. Так, магазин, в котором, в принципе, да. Я могу купить себе Hive Mind, я могу себе купить Even More Option. Полезная это, в принципе, вещь. И посмотреть, что это такое. Two of Clubs. Ок. 94 бомбы, больше, собственно, особо сильно не надо. Такс. У меня по-прежнему на этажу три батарейки. На этаже. Мне хотелось бы как-нибудь очень хорошо использовать. Очень грамотно использовать, а не как вот... Не как сейчас. Надо какую-нибудь очень особенную карту там. Или, блин... А, пилюль я уже не получу. Вот эти батарейки бы да на плацебо, на пилюле плюс статов, цены бы мне было. Еще одна батарейка. Четыре батарейки на этаже в итоге. Любопытно. О, это Жеблот. Слушай, Жеблот. Твою мать. Окей. Минус Жеблот. Есть сделка, есть вечное сердце, есть хп ап. Ах, есть Крампус. Твою налево Крампуса. И безмозглая башка Крампуса. Ну охренеть вообще. Не, на этом этаже тоже пошуршать нормально не получится. Но, так как батарейки в принципе есть, было бы глупо не воспользоваться. Вот, поэтому я, собственно, попрошу сейчас назад воспользоваться теми батарейками, которые я уже получил. Это логично. Так, спинг. Спинг, спинг. Где еще одна батарейка? Вот здесь у нас. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Оп, The Fool не пойдет. Так, спинг, спинг. Ать. Ну, Трололомба справится за меня. Окей. Темп. Вот. Вот с этого нахрен надо было начинать. Фэр. Так, подожди, мне осталась еще одна батарейка. Я хочу Temperance карту себе расхреначить. Ай. У меня очень много... У меня три моих хп. У меня три красных сердца сейчас. Насколько я помню. И очень много батареек.
по комнате разбросано. Батарей говорю. Сердец по комнате разбросано. По комнатам. Такс, ахалай. У меня фул красные сердца пока, да? Вот, подтверждение. Значит, допустим, Temperance. Так, ну-ка, 2,5. 2. 1,5. 1. 0,5. 1,05. Возможно, у меня хп даже больше, но я этого конкретно не знаю. Ай, фак! Блин, эти шипы мне могут жизни стоить, это очень хреново. С этими блинскими шипами надо аккуратнее быть. Так, это сколько у нас? 2, по-моему, да? 1,5. Все. Оп, Child's Heart. Нёп. Долбаные шипы для дебилов. Так, и хпшка. Все? А, не, стоп. Здесь тоже хпльники. Мне... Да. С количеством хп я точно не ошибся. Это радует. Вот. Но я не хочу свое хп больше драконить, поэтому я сейчас алох бабах сделаю. My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Все, вот теперь можно, да, идти на следующий этаж уже с Temperance карты и Justice карты. Это полезненько. Жух. Здорово, Леркин. Здорово, Санбек. Эх. Хорошо, хотя бы я свой хп вижу. И да, у меня в натуре осталось просто мое хп. Обалдеть. Импресс Чериот. Чериот поможет. Джастис. Давай Джастис я просто так использую. Хотя бы половину серого сердца, но это уже неплохо. Так, Импресс. Нет, мне нужны Чериот карты и Темперанс карта. Так, Чериот и Темперанс. День чудесный. Просто великолепное сочетание карт. Так, теперь мне надо заряжать свою бланкарту чудеснейшую. Ace of Clubs. Хрень вообще. Надо сначала низ просерчить полностью. И выставлять Temperance, собственно. А потом просто на многоюз использовать Chariot карту. И все. И я стану неуязвимым и смогу добывать много всего. Так, хорошо, хорошо. Там, где батарейка, вот. Значит так, поим. Так. Хотя, по-моему, не очень удачная комната все-таки была для Temperance карты. Надо признать, что это фак. Так, бип-бип. О, 2 батарейки. Вот! Вот это более удачная комната для Temperance карты будет, на самом деле. И 2 батарейки одновременно есть. Это шикарно, да. Пожалуй, я буду в секретной комнате раз пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пи-пи-ри-пи-пи, ай-пи-пи. Ай-пи-пи. Прям. Привет, айфоне. Такс, отёп. Монетки, бла-бла-блетки. Такс, и еще 2 батарейки. Шикарно. Такс, пригодятся. Самое главное, чтобы магазин нормальный был. Если быть ненормальный магазин, то смысла в этом вообще никакого нет. Ага, я на босса вышел. Лол. Ок. Лол. Вот. Лол. Ок. Такс. Оп. Значит так, куда мне теперь тогда двигаться надо? Так. Шлеп. Верхнюю надо разбомбить. Верхняя мне вообще не нужна. Вот это. My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Так, что там? Я не могу за него Делириум пройти уже вечность. Даже Кипер не так бесит, потому что я за него не играю. Бывает. Это ты просто имбу не собирала, Лерк. Не можешь пройти Делириума просто потому, что не собирал имбу. Собери имбу, Делириум, изи. Не можешь собрать имбу, ну сорян. Здесь я уже не помощник.
Не, ну помощник, конечно, ты можешь вот поломать игру так, как ломаю ее я сейчас. То есть это не то, что прям лом игры, это просто использование всех возможностей игры, которые она мне дает. Вот и все. Игра дает мне возможности, а я просто ими пользуюсь. Два ключа, кина. Видишь, мне не лень, например, бэктречиться опять в секретную комнату, чтобы еще одну темпорас карту заюзать. Это важно. Так. Ну, я говорю, опять же, все фигня, если только магаз будет хреновый. Если магаз хороший, все замечательно. Если магаз хреновый, все фигня. Мне эти темперанс карты нафиг не спрячешь. Но если только не демонический попрошайка, на чего я. На что я тоже надеюсь, да? Темперанс карты имеет шанс давать тебе демонического попрошайка. В грид моде это 100% демонический попрошайка. Вот. Поэтому очень надеюсь на демонического попрошайка, он прикольный. Полная херня. Если мне войд руна каким-то раком где-то выпадет, я с удовольствием сожру эту полную херню. Причем обе две сразу. Так, какие? Продолжаем искать магазин. Ну, по крайней мере, тупик. Ок. Тупикок. Так. Бип-бип. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Третий не попрошайка. Окей. Так, и снова тупик. В итоге магазин остался только в одном месте. Справа. Все. Последний магазин, и, блин, не дай бог, он будет все-таки с мини-боссом. Это будет очень противно. Нет, он без мини-босса, однако он без реролов и магаз хлам. Поэтому все, что я делаю, в принципе, смысла HP не имеет. К сожалению. Может, что-нибудь здесь повкуснее есть? Will of Fortune, залавец нет. Тут нет ничего повкуснее. Обида! Страшная! Ужасна! Ну ладно. Окей, значит так, погнали сюда еще разок. Еще там две батарейки. Так. Надо вот так вот здесь делать только. Так проще будет перезаходить. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Здорово, Сумета. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ру. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ру. Пыньк. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. И, собственно, последние два юза. Раз юз, два юз. Так, теперь мы берем вот так вот. Ать, оп, оп. Так, это уже плюс хп, это неплохо. Это еще два плюс хп, это неплохо. Ну и в принципе можно пока что растормошить остальные аппараты, потом брать плюс хп, потому что это попутно еще full of heal. И тоже получается неплохо. Как так? И вот все было бы нормально, если бы магазин попался реально хороший. Ну или хотя бы с реролом. Но, к сожалению, магазин у меня попался совершенно обычный. Это учитывайте, что у меня еще не было этого, сакхеда. С сакхедом все могло сложиться вообще по-другому, потому что у меня были бы вот здесь вот сплошные мешочки. А из мешочков можно было бы достать разное, включая там руны интересные и так далее. Это было бы намного круче. Но, к сожалению, нет. Нет. Нита, нет. Эх, ну ладно, хотя бы хп себе набрал много. Ну, собственно, все. Пошуршали и хватит, это так называется. Потому что больше мне здесь делать нечего, к сожалению. Все, погнали отсюда. Ля-ля-ля. Здорово, мать-перемать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Не сказать, что совсем имбанутый билд, потому что в магазине ничего интересного не было. Но билд достаточно прикольный. Ну, Сэкдаггер еще можно купить, почему бы и нет. Окей, погнали дальше. Довольствуйся хотя бы таким ломом, не? Синдарин, слушай Лерку, она знает. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Лерка знает, Лерка пожил. Не ок. Такс. Ну, в принципе, возможно, мне до сундука еще дожить. В сундуке, если дабл дроп будет обычных сундуков, то это двойные артефакты фактически. Это может быть тоже прикольно. Проклятая. Могу позволить, кстати, почему нет? Еще батарейка, черное сердце. Иди сюда. Ты у меня защищать меня будешь сейчас. О! Демонический, лал. Я тебя так старался найти, а ты такой вообще не очень. Фу. Такс. Отлично. Не, херово, я зря второй раз использовал стрингс. Такс. Окей. Ну, хотя бы чуть-чуть плюс урончика я уже получил с карты. Церемониал роб. Это ок. Отхил на халяву. Отхил одного сердечка за счет карты Strength. Шляп, фул хп. Так, не так уж сильно плохо. Однако я уперся, опять же, в сайдруму. И это все сайдрум. Блин, для я все утробу таким раком пройду, ё-моё. Не люблю сайдрум в утробе. Фыр вообще. О, ошейник гапи. Лол, неплохо. Один из трех гапи. Но всего один из трех пока. Так, карта... Get out of jail free card. Я тебя обязательно оставлю. Возможно, это мой проход на мега-сатану, если я до него вообще доживу и потом пойду на него, естественно. Герара взял Фрикарда, это хорошо. Так, монеты, которые нафиг не сплющились, то же самое. Интересно, наверху ли босс? Где конкретно ли босс, хрено знает. Так. Ключей опять же много. Вообще изи. Да, мне кажется, что это уже не должно быть сайдрума вот настолько большая. Естественно, я к боссу вышел. Здесь могли быть ваши ключи, но куда подевалось? Такс. Смерть. Ок. Вполне себе, я бы сказал. Про деф понадобится. Почему бы нет? Почему кусок мяса себе не взять? О, голова гапи. Так. Два из трех гапи. В принципе, не так уж и плохо уже. Окейушки. Герара взял фрикарду и стрингс карты по-прежнему со мной. Погнали дальше. Это любопытно. Ребят, заранее пошла смотреть седьмую серию прислал. Пожелайте мне удачи. Удачи тебе, земля! Так, еще одна батаруйка. Это что за карта? Что за карта? Да фу! Ок. Я не дурак, поэтому пофиг. Так, давай сделаем себе... О, кровавая Дайнерис, вот. Нормально. Петро! Петро, это круто на самом деле. Петро, это очень круто. Петрошку надо сохранить. Петрошку с допудов надо хоть до сундука хранить, на самом деле. Так, Hierophant, Hierophant. Все, у меня фулл хп. Потому что в основном мое хп это красные сердца, а не серые. Так. Давай дальше. О, как раз понадобится реген серых сердец сейчас. Неплохо. Может еще одна гапи все-таки, нет? Хотя, погоди. Тофф Спейдс пригодится. Тофф Клапс? Похрену. Ну ладно.
Я потерял 4 сердца. Причем, по-моему, одно из них стало уже красным, на самом деле. Поэтому я себе восстановлю так красное, и все остальные серые. Все. Так, теперь давай, допустим, не сюда, потому что здесь все мусор. Все, член! Красное сердечко нет, у меня фул. Окей. Да, допустим, сюда. Да, допустим, внизу секретка будет. Вот. Вот, тролломба. Пейн. Нет. Не смешно ни хрена. Да, не смешно, я тебе сказал. Я надеюсь, что я, блин, не в сайдрум сейчас пошел. Я бы сказал, что здесь должна быть секретка, но так как там проход в обычную другую комнату, поэтому секретки здесь нет. Ну еще потому, что я ее уже нашел. Да, тоже такое бывает. Господи, какой же ты жирный, сколько ты жарешь-то, ё-моё. А, мимик. Мими-мимик. Такс. Ей, не сайдрума. Прикольно. Ай. Такс, ну чё, мать-перемать, здарова. На мать-перемать, естественно, Broken Modem тоже действует, вполне себе причем. А еще я могу мидбоем и ножом очень классно резать. Буду резать, буду бить. Герардов делал фри карты, не открывай тебе дверь на хаша. Теперь я это знаю, по крайней мере. А чё? Арчи, не заставляй Лерку паниковать, она в буквах путается. Так, это что такое еще? Еще одно Петро. То в клапс и жажмент. Кровавый. Но учитывая, что я по-прежнему не вижу своего хп, что весьма погано. Не. Мне надо оставаться с Герардом Джейл фри картой и Петро один. Предположительно, одно Петро мне придется оставить здесь, что весьма жалковато. Так, музяка. А я заткнусь. Окей. Так, музяку тише. Ну давай, Изик, покажи, что умеешь. Я вам покажу, как я с ножика режу. Прекрасно. Охеренный ножик. Я все еще покажу, как я с ножика прекрасно режу. Не жалко хп ради того, чтобы порезать Айзика. На всякий отдел хазмат. Чё такое хазмат, Хеге? Лерка, хватит синдарина кусать. Так, кто-нибудь включите свет. Ахалай.
Допустим, Герара взял фрикарта. О, так, тебя хочу. Пробел. Хермит. Не. Так, окейно. Заряжаем тогда свою карту. Карту. У меня выбора особого нет. Мне реально надо свою карту заряжать сейчас. Так, и потом использовать еще Петро. Ну и надеяться на дроп, на самом деле. А, спасибо за черные сердечки. Отличный дроп. Не зря я септикис себе взял. Жмийный посылуйка. Так, это чтобы мне чисто карта не мешалась. Пускай у меня будет Петро. Оп. Ать. Да, почему нет? Трактор Бим это отличная вещь. Петро. Спектральный выстрел тоже, типа, почему бы и нет. Окей, ну так, ахалай. Ау, что-то было жутко неприятно. Между плотьем. Так, давай я отхил на халяву. Спасибо. О, да, перед этой шнягой отхил мне, конечно, понадобился бы. Блин, как я их не люблю, а. Один раз они меня полностью запороли ран кипера. Потому что вот попадаешь ты вот на этих двух задниц, и все. Ты просто умираешь. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Тушь, конечно же. Почему бы... У меня скорость полета снаряда останется в единице, потому что я ее апал. Зато урон 20, ну или 30 под суккубом. Так, дальше ничего интересного. Еще продолжаем апать. Вот. Вот это я понимаю дамаг уже. Это уже неплохо. А не как всегда. Ай. Глюч, глюч. Ок, ок. ХПшка черная, шикарно. Мне бы Энви встретить на самом деле. Вот это было бы великолепно. Лучше, кого бы я мог бы сейчас бы встретить бы, это Энви. Не, Супер Энви. Два Супер Энви, ладно. Два Супер... О-о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 -
Но мне пока нельзя взять. Это ж костюм от всякого, да? Ну ладно. Так, пробел. О, святые выстрелы, иди сюда. О, скорпион, иди сюда. Ну и слово выстрела тоже, в принципе, можно слоушот. Вот, у меня 15 удачи, я напомню. Насобирал. Так, неплохо. С помощью святых выстрелов все станет еще чуточку попроще. А с помощью септик кис Мэдхилл становится реальностью, а не мифом. Так, не кровать. О, герлинги, нет никаких проблем. Хотя... Ну-ка, number one, если я возьму, что будет. Просто минус дальность. И мне даже скорострельность не поднялась. Хотя, по-моему, number one должен поднимать скорострельность не до 5, а до критического 1 или 2. Ну да ладно. Будем знать, что number one после грибочка брать не обязательно от слова совсем. Блин, где мой Envy? Мне надо много хп от Envy. Что это такое? Wheel of Fortune, Wheel of Fortune, Tower. Ок. Tower Rock. Тоже неинтересно. Далее. У меня, кстати, по-моему, на 2 уже зарядился. Зарядилась бланкарта. По-моему, да. Такс. Оу, зенки. Зря я их взял. Зря я эти зенки. Хотя у меня трактор Бим. И, походу, трактор Бим нивелирует то, что зенки мне не очень сильно нравятся. Да. Это радует. И трактор Бим против зенок помогает. Это хорошо. Тут у нас что? Ничего.
Остается только звук ударяющихся друг от друга глаз. Так, Петро. О, Holy Metal, иди сюда. Петро. И ёперный театр. Еще и пироманьяк такой же. Охереть можно. Отличный ран в итоге выходит. Да, не зря ломал. Не зря этот ран уже час длится один. Ну, собственно, поломались и будет все. Здорово, синий. Голубой, голубой, не хотим играть с тобой. Так. Сюда меня проход Делириум не ведет. Окей. Да, посмотрим где-нибудь другой проход в другой Делириум. Настоящий Делириум для мужиков. Дря даже хотела, чтобы я до Делириума дошел. Ну, точнее, как она сказала? Как она хотела? Она сказала, что я в Делириум попаду. Number one до 4 поднимает. Разве свой? Срано. Ну вот. Ну чё, здорово, Мега. Ага. Очень страшно. Страшно, шо за бей. Вы прям такие страшные, оба 2, 4, 3. А, чё, опять? Да? Нет, ну ладно. О! ХПшка. Блин, и ни одного ХП. Ай, хереть можно. Ну ладно. Чё, всё ещё? Это был простейший. Это был сложнейший. Привет модему. Это мега сатанян. Был. Так, слушай, мега, дай я тебя порежу немножко. Вьюх. Оп. И нет Делириума. ГГ. Делириум не захотел выйти погулять. Бай-бай.